сегодня мы сделаем такую футбольную рубрику. Сейчас скоро придет Слава. И мы будем что-то делать, какие-нибудь челленджи придумаем. Или будем играть пенальти на... Ну, не знаю на что. И пока что сейчас я разминаюсь, пока что Славы нету. Я сейчас один, сейчас пинаю мяч. Вот, вот мяч. Ну и вот. Ну, я не профессиональный футболист, но ладно. Но я типа... Потому что к весне я подготавливаюсь на физре, чтобы не казаться таким, так скажем, лохом на физре, когда мы будем играть в футбол. Я буду тренироваться на вратаря, потому что вратари у нас из класса никудышные. И вдруг поменяется расписание уроков, и мы будем играть тогда с пяти... классниками. Но мы уже так делали осенью. И раскатывали их иногда, иногда проигрывали. И я буду стоять на воротах. Я немножко уже подучился на воротах стоять. Вот так еще учусь. Ладно, поехали. Тот мяч, который ну, плохо надут, он хорошо летает. И вообще сейчас на улице плюс 7, мне не жарко. Ну то есть жарко, да, но вообще не холодно. Наоборот, жарко, чуть-чуть размазано. Вот пришел наш брат. Здорово. Сейчас мы будем забивать голы мне или просто какие-нибудь трючки покажем. Сейчас будем учиться у Славы мастера. Это была почти девятка, но я сейчас, знаешь, просто бил 100 раз, просто он у меня вот туда куда-то улетал, вообще вот туда. Он просто сдутый, он хорошо летает, я просто насос его себя дома не нашел. Почему-то. Последний челлендж. Он просто, это просто серия пенальти. У каждого по 5 ударов. Если попадаешь, получаешь 1 балл. Если нет, 0. Просто правила очень простые. Поехали. Скидываемся, кто первый пойдет. Или решает, кто первый. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я первый буду бить. Окей. Есть шанс сравняться, потому что я понимаю. Окей. Ты будешь первый бить. Слава сказал, что будет бить. Значит, бьет. Первое попадание.
Короче, сейчас мы не засняли, случайно этот камера как-то отключилась. Так что сейчас был. Он затащил один. Так что, люди, сейчас мне надо попадать. А, все, у меня три. Давай! Один. У него только один. Извините, что сейчас еще не будет этого. Просто у нас разрядилось. Просто у нас сейчас разряжается камера. Я не успел ее зарядить дома до выпуска. Но в следующем видео я скажу вам результат, кто выиграл. А мы сейчас пока что доиграем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А также заходите на канал Футбол Таллин. Да, Футбол Таллин. Всем пока!